Финалист номер два. ГИК Улан-Удэ. Номер три. Команда Михаила Бушманова. Вологодская область. Создан образ Вовека.
Финалист номер 4. Илья Коваленко, поселок Никель, Мурманская область. Финалист номер 5. Максим Фишер и Кристина Федорова. Северодвинск. Море. Когда ты смотришь на бескрайние просторы Белого моря, кажется, что оно вобрало в себя всю мощь и величие русского севера. Именно здесь берет свое начало моя малая родина. Город трудовой доблести и славы Северодвинск. История моего города началась с рабочего поселка Судострой, основанного рядом с Николо-Карельским монастырем неподалеку от Архангельска. Место в дельте Северной Двины считалось наиболее защищенным с Белого моря. Именно там было положено начало судостроительной промышленности. Вчерашние поморы и крестьяне, для которых море как поле, строили из поселка город, живущий в ритме верфи. Была обеспечена мощь Северного флота, что имело большое значение в годы войны. В наши дни Северодвинск носит государственное почетное звание «Город трудовой доблести». Я часто вспоминаю суровую, но такую родную северную природу моей малой родины. Здесь можно вдохнуть холодный воздух Белого моря, насладиться северным сиянием над бескрайними льдами или ярким закатом на пляже острова Ягры. Но ты их созреешь, а покидать родные места действительно бывает тяжело. Это целый клубок противоречивых чувств. С одной стороны,
Номер 6. Юла Проджектс. Горный Алтай. Много тысяч лет назад захотелось Всевышнему подарить всему живому такую землю, где счастье находил бы каждый, кто на нее ступил. И призвал Всевышний к себе трех своих любимых созданий — оленя, сокола и дерево кедра. И велел им найти место, на котором сойдутся все трое, и быть там золотому краю. Финалист номер 7. Верба. Республика Крым. Как выглядит Крым? Он падает на цели в числе главных морских вод. Плывущая себе волна, а тем обволакивает. Что? Ну и кидается.
Финалист номер 8. Команда Даниила Немгирова и Екатерины Ильиной. Республика Калмыкия. Финалист номер 9. Агентство «Спортер», Омская область. Хочешь, я расскажу тебе об этом удивительном месте? Знаешь ли ты, что мы сейчас возле самого настоящего волшебного озера? Вокруг окунёва таких озёр 5. Вода в них целебная. По легенде, если искупаться в каждом из них, можно исцелиться от всех болезней и даже обрести бессмертие. Только вот пятое озеро потаённое, спрятано от глаз. Каждый год здесь празднуют солнцестояние и рождение Перуна. Разводят костры, водят хороводы, а девушки плетут венки и густают их по озерной воде. А в восточных поверьях, в Бакуневских землях, находится древний храм бога Хануман. И где-то в глубине озер все еще лежит волшебный кристалл, обладающий невероятной силой. Эта энергия притягательна не только для земля. Здесь часто видят летающие тарелки и другие неземные. Побывавшие здесь рассказывают о песнях русалок, чертях, леших, о пупе земли и о том, что это место – новый ковчег. А сами озера имеют метеоритное происхождение. А еще
Я, кажется, знаю, где прячется то самое потаенное озеро. Но об этом я расскажу в другой раз. Спокойной ночи. Финалист номер 10. Идея. Королев. Московская Дорогие друзья, мы еще раз посмотрели все работы.